Календарная весна, ее дыхание уже вовсю ощущается не только на улице города, но и в ботаническом саду Белгородского госуниверситета. Там началась продажа однолетников, многолетников, хвойных и лиственных кустарников. К реализации для садоводов готовы около 60 тысяч рассады и саженцев. Особый спрос на сортовую сирень. Несколько лет назад ботанический сад стал главной площадкой по реализации регионального проекта «Белгородская сирень», который входит в число ключевых инновационных разработок научно-образовательного центра мирового уровня. Сейчас в коллекции биологов уже 378 уникальных сортов. Один из редчайших – красавица Москвы. Отличается именно тем, что у нее вначале розовые бутоны, которые потом распускаются и становятся белыми. Это махровый сорт, очень красивый, очень привлекательный. Как сказал один английский селекционер, что если бы в раю была сирень, то это была бы только красавица Москвы. Это лишь один из множества эксклюзивных сортов Победы. Выращивается вся сирень лабораторным методом инвитро, что позволяет уберечь саженца от заболеваний и сохранить стопроцентную чистоту сорта. Когда вы берете растение почку, вы, как правило, берете от того сорта, который вы точно уверены, что это он. И у вас точно всегда будет гарантия, что вы именно этот сорт получите. На садоводческие участки и в личные коллекции биологов-любителей уже готовы отправиться более 20 тысяч окрепших саженцев в сирени. Редкий вид можно приобрести по демократичной цене всего за 500 рублей. На данный момент на территории питомника для реализации готово 48 сортов, как зарубежной, так и отечественной селекции. Сорта все адаптированы, находятся в закрытой корневой системе и полностью готовы для высадки в грунт. Мы ждем покупателей, ждем садоводов-любителей, которые бы пополняли свой сад новыми коллекциями, новыми растениями. Ну а для того, чтобы заказать саженцы, нужно позвонить по телефону в Белгороде 301101, а выбрать свое растение легко. Достаточно зайти на сайт ботанического сада БелГУ и познакомиться с ассортиментом и ценами.